возвращение на родину с цветами для мамы и для супруги. Давайте подойдем чуть поближе. Ну, эти кадры, наверное, не нуждаются ни в каких комментариях. Первые радостные объятия за столько лет. Последний раз Алла 3 года назад видела Виктора, но тогда это было короткое свидание в тюремных застенках в Америке. И вот теперь здесь Виктор Бут в России вместе со своими родными и близкими, вместе со всеми нами, со всеми, кто выражал слова поддержки.